спонсор рубрики «Что есть» — сеть магазинов «Семья». Еще далеко не угощение, но загляденье для любого скучающего по огородным владениям, тепличной паре, размеренных дачных буднях или занятиях дачным фитнесом в выходные. Но к чему веду? Есть время мечтать об урожае, есть время собирать урожай. И вот когда оно настанет, между соленьями и маринадами где-то обязательно нужно будет вспомнить нынешний рецепт. Но все по порядку. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня готовим удовольствие из огурцов. Релиш в переводе и впрямь соус, салат, закуска, удовольствие, наслаждение. Однако некоторые источники подают его и как заготовку на зиму. Из свежих огурцов. Огурцы, соответствующих для заготовок объемов, натирают, присаливают, оставляют на ночь, чтобы сок стек, а потом уваривают со специями. Но релиш из огурцов маринованных, хотя и здесь свежие возможны, считается наравне с кетчупом и горчицей одним из самых популярных в мире соусов, подаваемых внутри гамбургера или хот-дога. Ну вот, скажете вы, опять какая-то абсолютно американская история. Абсолютно нет. Во-первых, все, что вкусно, интернационально. Во-вторых, истоки ее индийские. В-третьих, и советская часть биографии присутствует. Релиши вполне продолжение индийских чатни, овощных или фруктовых соусов, часто неоднородной консистенции с кусочками плодов. А микояновский главконсерв, нарком пищепрома Советского Союза, до войны выпускал, цитирую консервную этикетку, а может быть иллюстрацию к одной из книг о вкусной и здоровой пище: релиш кислый и сладкий, овощная приправа к мясным и рыбным блюдам. К слову, в этом контексте и лечо, и нами любимая закуска с хреном тоже могут оказаться релишами. Томатная основа весьма благодарна для подобных приготовлений. Но мы сегодня приготовили с вами релиш соленый из огурцов с использованием фантастически ароматного песто. Релиш из огурцов с песто. Нарезать маринованные огурцы мелким кубиком, соединить с сельдереем и луком в кастрюле и уварить на медленном огне с добавлением уксуса, семян горчицы, соли, перца и сахара. В самом конце добавить 2 столовые ложки готового соуса песто. Отличная приправа, которая и гарниром выступить может. Кстати, и у соуса песто большие возможности. Яркий, освежающий вкус соуса песто пуччи превращает в произведение искусства любые блюда. Им можно заправлять салаты, добавлять в пасту, подавать к рыбе и даже класть в супы. Прямые поставки из Италии эксклюзивно в магазинах «Семья». Прямые поставки соуса песто пуччи из Италии по специальной цене 129,90. Только в сети магазинов «Семья».